Саженцы вишни обыкновенная октава отлично приживаются и пригодны к высадке практически во всех регионах западной части России. Культурные виды этого сорта были выведены в 1986 году и отобраны как наиболее пригодные для выращивания в центральном регионе. Низкорослые деревья имеют компактную, округлую и густую крону, обильно плодоносят. Ягоды средней величины весом около 4 грамм, с темно-вишневой мякотью. Вкус у вишни этого сорта сочный, сладкий и немного терпковатый. Плоды отличают такие качества, как легкоотделяемая косточка и хорошая транспортабельность. Вишня обыкновенная октава – скороплодный сорт, зимостойкий и устойчивый к заболеваниям плодовых деревьев. Вишня обыкновенная октава – это многолетнее растение. Вишня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Вишня обыкновенная октава имеет средний срок созревания. Цвет плода красный, вкус сладкий. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.